Ну, тут да, такая вот это. Recorded message playback. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? It's his birthday. В общем, комната отдыха. Thanks for the present, Dad. When are you coming home? Soon. Идем дальше. I love you, Dad. Осматриваемся быстренько. 13 days ago, Agent Ellie Langford and her team attempted a blind shot on an uncharted planet. She believes that there's a secret stopping this Barker epidemic. But we've been unable to make contact. Our number one priority is finding and securing Agent Langford and her team. Ёлки зелёные, чё, я использовал аптечку, что ли? Ладно, идём вниз. Или куда нам надо? Стоп, а это что? Это нам включать, наверное, что-то понадобится. Двигаемся сюда. Эх. Так, у нас здесь какой-то тоннельчик. Точнее, проход. Надо было туда сходить. Ну ладно, потом сходим. Я надеюсь, нам дадут туда сходить. 15 seconds to target. Standing by to D shot. All right, people, we're going in blind, so stay tight on that exit vector. Rosen, count it out. Exit beacon locked. D shocking in 5, 4, 3, 2, 1. The hell is that? Moon. What's left of one? Rosen! I see it! Christ, this place is a junkyard. More like a graveyard. Any sign of Ellie's ship? I'm reading several transponders, but none of them are ours. According to the registry, they're sovereign colonies warships. You serious? They'd be over 200 years old. Wait, wait, I'm getting something. It's an SOS coming from that ship dead ahead. The CMS Roanoke. It could be Ellie. Yeah, let's hope so. All right, Rosen, close to 500 clicks. Aye, sir. Those lights. Are they beacons? Hang on. No. Mine! Rosen, get us out of here! Collision warning. Brace for impact. I can't! А чё, не за нами, что ли, летят? Давай, давай, пушку выронил, что ли? А, вот, собственно, сюда мы, наверное, побежим сейчас, налево. Бери фонарик. Я же говорю, надо было сразу туда переть. Да давай, иди, иди, иди. Вот, блин. Чё, кислород что-то пробил или чё? Аптечка не работает, да? Встаем, берем костюм. Это наш первый костюмчик. Вот это из заставки помню. Надевай шлем. А, нет шлема, я думал автоматически. Так, куда туда идем? Тут ящиков полно.
И кислорода, кстати, у нас тоже полно. Okay. I can see the room. Rosen, Locke, brace yourselves. Once I release the clamps, it's gonna blow us clear of your door. Everyone find something to hang on to. Да давай уже. Все, нет. Так. Это надо так нажать, да? Что-то написано. Ты сам-то ухватись. О, сейчас полетать придется. Как во второй части. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Ну, вообще... Блин, я думаю, читать что ли буду, как... когда лететь. Охренели вообще. Ладно, сейчас попробуем. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Whoa, mine. Че? Ладно, мины. А, подожди, стрелять можно. Try to steer towards me. I can almost reach you. Whoa, mine. Mine. Да блин, вообще сообщают вовремя. Я уже давно их перестрелял, а они сообщают, что делать надо. Ой, ой. Isaac, where are you? Я? Где-то в космосе. А я вроде в самом начале, кстати, начал прицеливаться. Ну, первая попытка, когда была. У меня что-то не получилось, наверное, не знаю. По крайней мере, стрелять не получилось. Наверное, надо было сначала действительно прицелиться. Не знаю, вроде как-то... Долби, долби, долби. Hey, watch it, watch it! I can't see around it! The car's through it! Oh no, oh no! Цепляться, цепляться. I got it! Get it under control! I'm full thruster! It's slowing! Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Обломки. Итак, что нам надо? Да... Да крут, крут. Но как... Подожди. Да еб... Да не надо мне это. Ты как перемещаться между этими? Вот, миссия. Личный дневник. Найдите способ проникнуть в корабль. Ну, я уже вижу, вот там, наверное. Угу. Это вот таким вот образом он обнимается с баллоном и обменивается. Вот тот на Ишимуру похож корабль, кстати. Они тут все такие похожи. А если туда куда-нибудь? Ну да, мы туда не сможем улететь. Ладно, как там выровняться? Альт. Нет, альт это присесть. Приземлиться. Наверное, надо, знаете как? Наверное, сейчас... Z, да, Z. Как в предыдущих версиях Z выровняться. Вон эти мины. В космосе, ну, как бы нет вообще звука, но здесь это как бы для интереса сделано. Я уже вижу где. I'll see if I can get inside. I've seen a lot of ships, but never anything like these. Yeah, it's because the sovereign colonies were sore losers. When they lost the secession war to Earthgov, they scuttled their entire fleet. Surprised any survived. What were they doing this far from home anyway? This is where Ellie went? You can bet it had something to do with the markers. Но звук какой-то сейчас был. Got air and dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Вот что-то для резак... для тяжелостандартной станины. Это что-то для улучшения, для верстачка.
для бенча, для верстака, да. Так, ну вот это, соответственно, не работает, да. Оранжевый, это все, все стандартно. Все на ручном управлении. А, интересно, зачем эти ящики? Почему их, может, зачем сделать так, чтобы их можно было подбирать? Палуба. Белый свет. Заработал, ошибись. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Ой, блин. Так, значит, управление. Доберитесь. Я нажимал. Доберитесь до рубки управления. Все. Сейчас доберемся. Туда, что ли, да? Излучатель Теслы. Да я это все видел уже. База данных. Да сколько можно уже? Все, фонариком светит тут. Вот туда еще можно как-то перебраться. Тут вообще темень, кстати, такая вообще. Что там за лестница, интересно? По-моему, туда можно как-то попасть, да. Ну, может быть, или нельзя. Да, можно. Может, она потом нам пригодится, эта лестница. Сейчас нам не нужно. Да, тут ящики. Все, больше тут ничего нету вроде бы. Давай скатывайся прям с лестницы. Щик, быстренько. Ну ладно, хотя бы вроде так, наверное, достаточно быстро спускается он. Ну вот тебе и темень. Да, на дальних расстояниях, когда будем бежать от некроморфа, будем так на бегу открывать эти двери. О, силовой узел, да. Ну не силовой, да, а цель. Чё? Чё, офигели, что ли? Чё выкинуть? Давайте вот это вот бросим. Больше у нас... Да ёкарный, чё ты сделал? Плюс первая одна перезарядка. Так, чё-то поменять надо, да, я так понимаю? Looks like someone shut a bulkhead for quarantine. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle open if I can power it up. Да. Это мы все знаем. Че, никак, что ли? Ладно. Нам это и не надо. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying around here, I bet I can make a better weapon than this one. Yeah, yeah, smart thinking. Ага, ну тут да. Посмотрим. Окей, тяжелая станина, цепь. Хорошо, добро пожаловать в станок. Далее. Меню чертежи. Можно создать оружие по шаблонам, которые вы нашли. Меню модификация оружия. Можно добавить цепь модернизации. Это мы знаем. Меню создания предметов из ресурсов. Можно создать боеприпасы. Это хорошо. Сейф служит для управления инвентарем. В нем хранится оружие. Предметы можно продавать и так далее. Отлично. Итак, верхний блок. Так. Ой, что-то я пропустил. Ну ладно, большинство видов оружия поддерживает применение нижнего блока. Для стрельбы из нижних нажмите или прицел. Альтернативный режим огня.
Используйте вот этот вот колесик. Так, что у нас тут новенькое? Модификация. А, это модификация, нам пока не нужна. Новая. Вот какой-то базовый лазерный пистолет. Мы можем поделиться, назад создать предмет. Давайте нажмем Е. Собрать оружие? Да. Здесь мы можем модифицировать, я так понимаю. Выбрать расположение склада. Выбрать. Подожди, я не выбрал, да? Ну ладно. Отлично. Новое, вот здесь вот. Новое мы можем собрать. Создать новую станину. Нет, станину мы сделать не можем. Угу. Создать новую не можем, потому что у нас нет ресурсов. Ага, видимо, я зря вот это... Отлично. Так, ну и что? Что нам это дает? Мы не можем модифицировать, что ли, нижний блок? Создать новый блок? Нет. Нет, нам нужен... А, это модуль поворота, да? А еще какая-то у нас пушка была. Какая... Вот это. Нет, еще какая-то. Создать новое оружие. Почему мы не можем? Станин... А! Так. Хорошо, мне кажется, догадываюсь. Давайте попробуем вот это вот. Станина. Давайте ее попробуем... Создать новую станину. Как ее снять? Насадка. Угу, понятно. Хорошо. Итак, станина, станина, станина. Еще раз нажимаем. Снять и разобрать. При снятии этих модулей оружие будет разобрано. Продолжить. Допустим. Новое. Вот, тяжелая станина. Излучатель Теслы. Что-то я не пойму, мы можем модифицировать или нет, соединить их? Еще раз. Так и знал, что у нас заваруха будет у меня. Я просто не пойму, что я сделал. Я просто вот это хотел совместить, нельзя что ли? Нет, нет, я хотел, знаете что, давайте снять и разобрать, да, допустим. Теперь вот это вот стандартное, вот. Нет. Так, тяжелая. Снять и разобрать. Тяжелая, стандартная. Ну, слушайте, я походу, я так понимаю, что нельзя пока, видимо, совместить их, эти два оружия. Вот тут же у нас было какое-то. Ладно, давайте. Новое нельзя. Ладно, давайте, излучатель Тесла, вот он, да? Все, создаем, короче, валим отсюда пока что. Посмотрим, в общем, что у нас выйдет из этого. Ладно, давай сваливаем. Кстати, аптечки надо. Слушайте, а продавать можно? Нет, я забыл. Задание выполнено. Ну да, это побочные задания дополнительные. Так, сейчас. Посмотрим, что тут. Так, создание предметов, модификация, сейв. А продавать что, нельзя, что ли? Создать, поделиться, продать Т. Малая аптечка, 5 штук, средняя. Продать предмет. Я один продам, да, я так понимаю? Да. 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 Обойма, средняя аптечка. Ну, вроде пока нормально. Хорошо. Не будем пока заморачиваться. Ну вот этот вот излучатель. Кстати, по патронам у нас нормально вроде. Все, да? Теперь дверь открываться сможет. Вот тут вот шкафчик еще есть. О, вот у нас тут металлолом какой-то. Пока будем собирать.
Такой звук еще. Все, больше тут ничего. Сейчас сразу посмотрим по заданию. У нас основная только миссия, да? Потому что есть еще и побочные, которые нам, в принципе, особо-то и не нужны. Что за звуки? Чайшие какие-то. Я думал, это во всей игре такие вот штуки будут. Только дверка, ты не открывайся. Начались какие-то звуки. Ну, это первые некроморфы. Сейчас мы испытаем на них эти оружие наше новое. Ой. Что-то я не понял, а чё он такая медленная вообще? Давай, жми, жми. Нет, всё-таки можно модифицировать. What is it? What's going on? I just... What? No one could have survived out here that long. They didn't survive. They got turned into... Hey. What? Okay, what do we do? You keep your weapon ready. Stay the hell away from the ventilation ducts. If they get close, shoot for the lips. You got that? I said you got that! Yeah, okay, okay. Да. На... Как-то можно там... модифицировать. Я просто не понял, куда делась наша эта пушка, вот эта вторая, которая ту-ту-ту-ту-ту стреляет. Быстрыми. Ну, очередями вообще. Так, у нас стазис, походу, восстановился. Да. Нам в каждой серии напоминают про эти конечности. Ёпки, какие же медленные оружия, надо их модифицировать. Я вообще даже стрелять не успел. Один выстрел и все. Зато это как бы такой этот. Более сложный. Сейчас попробую вот это. Ну да, это как лазерный пистолет. Отлично. Это чё? Артефакт. Хочу выразить признательно каждому члену экипажа за участие в этой без привлечения исторической экспедиции. Спасибо. Ну что? Блин. Только не эти твари. Эти мелкие. Ну чё с ними? А чё, тебя не просыпаются, да? А, проснулись, да, сразу. Что, сзади же кто-то, нет? Ну эту тварь, которая здесь у окна ползла, по-любому мы еще встретим. Ну там где-нибудь нас ждать будет. Аптечка. Долбим всех их. Лифт не работает, но чувствую, он заработает, а нам здесь... Бляха-муха. Это было стрёмно. Нормально, я даже не успел прочитать, что мне там написали. Так, ну думаю, нам еще придется и в лифт этот гонять, и вообще все тут исследовать. Лестница какая-то. А нам еще переть. Так, вот эти лопасти, они по-любому будут крутиться потом. Блин, мелкие, да? Да, мелкие. А что они такие уродские какие-то? Это скелеты. В той части были головы. Чисто головы. А здесь, видите, какие-то эти... собаки вообще. Звери, короче. Звери-зомби.
Тихонько-тихонько. Все. Или не все. Еще живой. Еще живой, офигеть. Давай, полетел. Вот что-то там. Блях ты, муха. Зет, выровняйся. Ну давай. Ну, завались. Так, вот тут что-то у нас выпало. Ну ладно, вольфрам что ли или что-то там. Сейчас будем собирать все, шматье всякое. Что-то там, металлолом, наверное. На краешке встал. Так, нам сюда. Идем дальше. Здесь у нас пишут, что мне жаль, сэр, но мы ничего не можем поделать. Шумом из кинологического отсека как-то успокоить животных. Собаки не находят себе места. Я же говорю, собака. С того момента, как мы вышли на орбиту. Некоторые даже пытались выбраться через дно своих клеток и серьезно повредили лапы. Прошу. Вот, но это такое вот отступление, да. То есть, если хотите читать, вам здесь это... Здесь есть такая возможность отвлечься. Ну, такая вот... что-то типа действительно ужастика. Так, типа, сэр, мы слышали там, вот в этом отсеке, где этот кинотеатр, какие-то звуки, типа, нам должно быть страшнее. Да, ну, потому что действительно, там же, мы же там только что были, нам придется еще возвращаться туда. Oh, yeah. Norton, you there? Yeah, yeah, I'm here. Alright, I think that's holding them for now. Good. The SOS is coming from directly above me. And it looks like I found the ship's primary generator. If I can get power going, it should unlock the crossover for you. All right, what about you? There's an elevator here that goes straight up the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Чё? Чё происходит? Установить электроподачу, видимо, на электро. Электроснабжение. Тут ничего нельзя. Так, ладно, чё это я умножу? А, подожди, здесь... Так, стоп. С этими штуками что-то надо сделать, наверное. Да, кинезис. Не получилось? Вроде сейчас попробую, только сейчас попробую. Не, можно, да, включить? Или ничего не надо? Ну ладно. Ну где вы? Откуда они здесь? Ой, ёкарный мамай! Я шар, офигеть, обделался. О, блин. Что это? Как они повылазили резко. Я даже не понял, откуда. Так, нам вот сюда. Давай, жми. Я слышу, как понеслись. Как два снаряда в одну и ту же воронку не... Что это там? Не падают? Так тут из одной же шахты не вылазят, да? Ну да, второй... Здесь их нет, сейчас. На третий точно попрут. Даже вот сейчас сюда подойду. Кстати, что у нас там по аптечкам? По аптечкам все шикарно. Ну, нам вот эти вот надо. Он, я надеюсь, автом... Смотрите, язык головой двигает. Автоматически. Надеюсь, маленький используем. Все, жопа, бежим. Или я что-то не сделал? Нет, все сделал. Подожди, ты... А, я понял. Короче, им надо... Если им отстрелить часть тела, то они, у них вылезет вот эта хрень из них. Трехпалочная. Чуть маловато. Ну, сейчас замес дичайший будет, мне кажется. Да, не кажется, а точно. Ну, там я вижу лифт или двери. Вот тут включать надо. Ой, понеслось. А кто это был сейчас? Куда он делся? Hey, а что, валить надо, нет?
Закрой дверь, ты ёбаный. Нам вообще не сюда, ну ладно. Но здесь можно прятаться. Да это вообще раздавить можно. А ты гад. Ну так опасно к ним подходить, потому что они могут это вцепиться. В лифт, да? Ну да, все правильно. Так, а патронов у нас вроде нормально. В процессе. Какие-то звуки. Ну. Отлично, вентиляция. Такая здоровая, самое главное. Прям в самый раз. Ну, если что, мы вот так сделаем. А, это наши. Ого, изменой попахивает. Капитан, это он? Да, это он. Isaac Clarke, great to meet you. Austin Buckle, Marker Ops. This here is Jennifer Santos, our little lady with the big brain. If it's true you can decipher the Marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry. But I have so much to tell you. Oh, all right, come on, we have to get out of here now. No, not yet. Isaac, we need to stop the Marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written Marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving now. I got Buckle, you get Santos. Let's go. Oh. Go on, take care of your crew. They need you more than I do. Какой градусник у него прокачанный? Хм. Уже глава четвертая? А, мне показалось это... мне показалось, первая только была вроде недавно. Вторая, точнее. Глава третья, наверное, в космосе была.